Всех с праздником, с широкой масленицей! Добро пожаловать, гости дорогие! Всех привечаем, всех с радостью встречаем и низкий вам поклон! С масленицей вас! Масленица – один из любимых народных праздников с многовековой историей. Наши предки таким образом провожали зиму, встречали весну. Будем весну кликать, будем урожай прочить, на качелях качаться, в игры играть, да праздником наслаждаться. Пусть хлеба вырастут выше неба. Хлеб российский, слава народа русского, а государству нашему великие свершения. Всех присутствующих с началом весны поздравил глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Всех вас прошу, дорогие мои, простите, если кого-то обидел, если что-то не так, словом, делом, простите меня. Поэтому дай Бог, чтобы у нас были урожаи, счастье, здоровье и всего самого доброго. А самое главное, мирного нам всем неба. С праздником! Также с приветственным словом обратились глава Матвеево-Курганского сельского поселения Галина Щиткова и благочинный Матвеево-Курганского благочиния иерей Евгений Фомин. Пускай весна хорошая, добрая, прекрасная принесет основу для будущих урожаев, чтобы в каждом доме у вас был достаток, мир, благополучие. Дорогие братья и сестры, поздравляю всех с последним днем Масленицы, с прощенным воскресеньем. Желаю тем, кто соберется попоститься в Великом посту, чтобы все получилось. Все знают, что пост тяжело, непросто, но попробовать стоит. И в этот день также прошу у всех прощения, кому чем не помог, кому не выслушал, кому не пришел на помощь. Простите меня, Христа ради. С праздником вас, дорогие мои. Храни вас Господь. На звуки народных песен и аромат блинов тянулись и ребятишки, и взрослые. Веселые скоморохи пели песни, плясали, приглашали участвовать в забавах. Собравшийся народ по старой доброй традиции участвовал в различных веселых конкурсах. Атмосферу весеннего праздника создавали выступления творческих коллективов, устроивших традиционные веселые и шумные обряды и дружные хороводы. Большой интерес вызвали выставка творческих работ и традиционный конкурс маслениц. Закончился веселый праздник традиционным сжиганием чучела масленицы. В ярком пламени сгорели все невзгоды и печали, даря надежду на все светлое и самое хорошее.